Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my dream. Друзья мои, всем огромный привет! Наверное, я начну это видео именно с этого отрывка, потому что все предыдущие отрывочки, которые я снимала, сняты уже несколько недель назад, и я, наконец, сейчас возвращаюсь к съемке этого влога. Что произошло и почему я так долго не снимала видео, знаете, если я попытаюсь ответить на этот вопрос, то я не смогу вам рассказать здесь душещипательную историю, потому что... Я думаю, вы сами знаете, что каждый блогер или вообще какая-то личность, какая бы она ни была, креативная или нет, всегда нуждается в какой-то передышке. И у меня был такой момент, что я просто не хотела снимать видео, ну просто у меня рука не поднималась что-то снять, хоть это влог, хоть это не влог. И я свое внимание обратила полностью на Инстаграм, я снимаю много рилсов именно в Инстаграм, и знаете, меня это так вдохновляет, я, опять же, очень рада, что вам тоже они нравятся, но сейчас я понимаю, что если я буду концентрировать полностью свое внимание на рилсах, то на YouTube, наверное, у меня никогда ничего не получится залить, поэтому я решила это дело немножечко разделить, то есть обратно вернуться, конечно же, к YouTube, и рилсов будет чуть меньше, но опять же пару штук в день, да, как это было до, потому что до этого я снимала аж 4 рилса в день, это реально очень много, особенно если они такие энерго- и времязатратные, то получается весь день ты снимаешь, да, или половина дня, а потом нужно заняться уже какими-то домашними делами. Но я все же решила здесь во влоге поделиться с вами некоторыми моментами, и я подумала, что где как не здесь поговорить с вами именно об этих темах. Если в это видео заглянут, может быть, какие-то новенькие люди, которые меня не знают, вообще не знают, в чем дело, о чем речь, вообще о чем мой канал, то, скорее всего, это видео будет для них скучноватым, потому что сейчас я больше здесь болтаю, вы видите только говорящую голову, но я думаю, те, кто за мной давно следят, знают, кто я, им будет интересно, может быть, провести время со мной, я надеюсь, по крайней мере. Еще один из моментов, который меня немножко отталкивает снимать видео на YouTube, это то, что когда я снимаю что-то интересующее именно меня, опять же, это бьюти-тема, какие-то макияжи, что-то вот еще get ready with me, что-то в этом роде, то, конечно же, его смотрят также те люди, которых это интересует, но все равно не столько человек, скажем, или не та процентная часть вообще далеко, не та, которая бы могла набраться с моих подписчиков на моем канале. И нет-нет, но иногда я получаю такие сообщения, что, мол, Виктория, ваша публика уже выросла, их это уже не интересует, показывайте нам свои будни, показывайте вам свою готовку, уборку, стирку, не знаю что, это намного интереснее. И знаете, я прям впала в такое раздумье и подумала, неужели правда у людей пропал интерес к бьюти-вещам, к каким-то новинкам, вообще к тому, с чего я начинала. Я, конечно, понимаю, что отчасти да, теперь, может быть, мы, девушки 30+, мы не собираемся каждый вечер на какую-то дискотеку, в какой-то клуб, не красимся там прям вот так, но тем не менее, знаете, это та тема, которая меня очень интересует, я всегда интересуюсь какими-то новыми продуктами, новыми новинками, я всегда рада вам их рекомендовать и так далее. И поэтому я решила большую часть бьюти перенести именно в Инстаграм, и как вы заметили, там я снимаю очень много роликов с какими-то макияжами, с чем-то еще. Я думаю, вы все это видите и знаете. И на меня стало подписываться столько человек, которых интересует бьюти-тема, то есть я, опять же, новой волной накрыла тех людей, которые в этом заинтересованы, друзья, и я увидела, что нет, эти люди никуда не пропали, их интересует эта тема, они любят смотреть такие ролики, они пишут мне комментарии, которые показывают, что они в этом заинтересованы, спрашивают меня о каких-то продуктах, что бы я посоветовала и так далее и тому подобное. И я понимаю, что нет, эти люди никуда не делись, и, может быть, просто это наскучило тем, которые меня смотрят уже в течение 10 лет, но все равно
Косметика, она остается косметикой для очень многих, которые в этом находят отдушину. И неважно, сколько будет мне лет, и я думаю, если я буду этим гореть и показывать что-то новое, что-то очень классное, как, например, в Инстаграме, то это будет иметь отдачу, и это будет иметь обратную реакцию. Поэтому, друзья, Инстаграм мне доказал еще раз, что бьюти-тема, она никому еще не наскучила, и что она так и будет жить испокон веков. Главное, чтобы вы сами себе не наскучили с этой бьюти-темой, понимаете? Я понимаю, что есть такой момент, когда тебе не хочется краситься, когда это уже может быть не важный момент в твоей жизни, твои приоритеты расставлены немножко по-другому. На первом месте у нас наша семья и так далее и тому подобное. Но все же, друзья, я думаю, если вы все равно интересуетесь косметикой, вы интересуетесь теми или иными трюками или макияжем в целом, может быть, какими-то идеями вообще на праздник куда-нибудь еще, то я думаю, вы именно там, где вам нужно быть. Вот, друзья, вот это я хотела вам сказать, и поэтому я планирую, конечно же, дальше опять все свои возобновить бьюти-темы, это какие-то макияжи, get ready with me, ну и, конечно же, все, к чему вы привыкли на моем канале. И еще одна новость, которую я хотела затронуть, которая очень волнительна лично для меня, это то, что я посещу курсы визажа и, наконец-то, получу диплом визажиста. Ура, друзья! Знаете, я уже об этом заикнулась, опять же, в Инстаграме, в сторис, и очень многие мне написали, что я делаю макияж получше многих визажистов, вы не представляете, как мне это приятно, конечно же, очень лестный комментарий, и мне безумно приятно, что вы меня так видите, это прям доказывает еще раз, что это все-таки мое. Но все же эти курсы я хочу закончить именно для того, чтобы, во-первых, получить диплом, чтобы уже было что-то, от чего можно было отталкиваться, чтобы у меня было что-то на руках. Хотя я сама понимаю, что практики у меня достаточно. Плюс я хочу закрыть некоторые свои пустоты именно в теории, потому что все равно, сколько бы я сама себя бы не обучала, я все равно, может быть, не получу ту информацию, которую мне дадут на курсах. Ну а насчет практики, друзья, я не переживаю. Я, в принципе, знаю, что я могу растушевать, я примерно вижу уже, как и что нужно сделать, поэтому это вообще не проблема. Вот. Но вот какие-то такие технические моменты именно для полноценного визажиста я бы хотела дополнить, закрыть, и я уже сделаю, как бы, так сказать, первый шаг к тому, куда я вообще стремлюсь. Ну и в целом, конечно же, я не буду заканчивать именно на этих курсах, потому что я хочу идти дальше, учиться дальше, посещать какие-то новые курсы, потому что все это дело никогда не стоит на месте. Всегда появляется что-то новое, тренды меняются, все кружится, круговорот, и поэтому, друзья, да, здесь нужно идти в ногу со временем, с трендами. Ну а по окончании курсов я думаю, что я смогу себя называть визажистом, и меня не будет мучить синдром самозванца, потому что иногда все-таки ты не до конца уверен в себе и думаешь, ах, это я сама научилась этому всему, и, в принципе, я ничего не умею. Вот, но все равно мне приятны все ваши комплименты, друзья. Что ж, теперь, наверное, обратимся уже к самому влогу. Я вам покажу то, что я снимала несколько недель назад. Ну и сейчас вам доснимаю кое-что, что у нас еще появилось новенького в доме. Привет, мои дорогие друзья! Я возвращаюсь потихонечку на YouTube. Сегодня мы с вами проведем вместе время. Мы сейчас с Сашей собираемся в магазин. Магазин строительных материалов, да, Baumarkt по-немецки он называется. В общем, поскольку у нас же еще некоторые места в нашем доме недоделаны, они требуют нашего внимания, потому что мы вначале все сделали, когда переехали, конечно же, самое главное, логично, да? Ну а теперь уже, знаете, такие мелочи, которые уже мы оставили на второй план, и сегодня мы хотим посмотреть кое-что для нашей прихожки, поскольку вы нашу прихожую, конечно же, видели, там, где висят у нас куртки, верхняя одежда, также шкафчики, которые я вам уже много раз показывала, где стоит обувь, но все же, когда заходишь в дом, у нас нет, знаете, никакой полочки, вообще вот это вот место никак не обыграно, не обустроено, и на
это место у меня тоже были планы. Я хотела туда на стену сделать такие панели. Я вам где-нибудь здесь покажу, как я это все представляю. Вот. И мы с Сашей хотели посмотреть в магазинах, что, может быть, мы найдем подходящее. Вообще, я нашла магазин, который продает уже специальные готовые панели, которые вы можете просто прикручивать, присверливать к стене, но мы хотим вначале посмотреть, может быть, мы найдем что-то более бюджетное, потому что они не из дешевых, вот, и я представляла нашу прихожку, опять же, там с зеркалом, потому что у нас там еще нет зеркала, и какую-нибудь полочку, какую-нибудь также лавочку, может быть, или, знаете, что-то для ботинок, что-то для кроссовок, в общем, для обуви, вот именно ту, которую мы надеваем каждый день, да, примерно так. И мы сейчас с Сашей отправляемся в магазин. Вот, возьму вас вместе. Мы немножко потерялись. Двери. Мне кажется, мы не в ту сторону идем, Саша. Так, друзья, мы сейчас нашли, наконец-то, вот эти вот панельки. У них уже здесь остатки, поэтому нам разрешили их открыть и посмотреть на них, нормальные они или нет. Ну, вроде бы все нормально. Смотрим. Итак, друзья, посмотрите, вот что у нас получается. Сашуля их здесь уже подогнал. Ой, а что это... А, это ты приклеил специально? Да. Это... Красиво отрезать. Чтобы красиво отрезать. Да, потому что они длинные для этой стены, поскольку у нас здесь уже плинтус, и мы хотим их пустить от плинтуса и до самого потолка. Вот поэтому Саша их сейчас уже обрезала, отпилил какую-то часть. И они у нас будут крепиться. Мы решили где-то посерединке их две штучки пустить, вот, а здесь будет еще, знаете, наполовину нависать на них круглое зеркало, которое я еще не купила, не заказала, думали заехать в Икею, но то, что я хотела, там не было, поэтому пока что без него, скорее всего, придется заказывать его онлайн. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот мы их решили, мы. Саша их будет клеить на клей, да, Сашуля? Вот, потому что они не такие тяжелые, и поэтому клей должен выдержать их, да? В принципе, можно, конечно, и присверлить, но как более быстрый вариант мы их приклеим. Если они будут держаться, то Саша будет виноват. А тут девчонки у нас занимаются творчеством, понимаешь ли. Сделали сейчас с Аннабель вот такие вот, таких... Кто это? Совы, да, вот. Вероника даже лучше знает. Вот, две совушки Аннабель придумала сделать, они тут смастерили, сейчас рисуют красивые рисуночки. Ну, красота. В общем, все заняты своими делами, а я готовлю. В общем, у каждого свои занятия. Я сейчас делаю запеканку с тунцом. Очень быстрый рецепт, очень простой, я вам его показывала как-то, по-моему, даже в прошлом году. Это одно из быстрых блюд, которое всеми нами любится, которое часто заказывается. И сейчас вот опять же по желанию домочадцев я опять готовлю эту запеканку. Так, мы здесь выкладываем вначале, ой, от пара запотела камера, вначале выкладываем помидорки, как вы видели уже, я их нарезаю пластиками, затем у нас идет консервированный тунец в собственном соку, 3 банки, а баночка у нас там на 150 грамм, когда вы сливаете сок. А сверху отвариваем вермишель. Но отвариваем ее не до конца, то есть не только наполовину, так сказать, потому что она затем дойдет именно в духовке. А теперь все это мы поливаем соусом, который я приготовила в термомиксе. И вот как раз рецепт этого соуса, друзья, я вам показывала уже в своем видео. Я ссылку на него вам оставлю. Все хорошенечко поливаем.
Теперь мы выкладываем еще слой нарезанных помидорок сверху и посыпаем все тертым сыром. Вы можете сами потереть сыр. Я вот купила уже здесь готовый, чтобы все было намного быстрее. И затем все это отправляется в духовку до готовности. И вот что у нас получается в конце. А что у нас получилось? У нас получилась прекрасная запеканка. Вкусная. Хорошая. Хотела сказать, сладкая, как мед. Апдейт. Юху! В общем, у нас здесь двойное... В общем, у нас тут двойное крепление оказалось теперь. Саша не только наклеил наклей, но еще немножко шуруп... немножко шурупами прикрутил. Так, а вот эти шурупчики, их даже незаметно, друзья. Вот один черненький. И, в общем, здесь они прячутся. Ой, классно! Да, Сашуль? Да. I like it. Молодец. Наверное, я пойду сейчас заказывать зеркало. Оу! Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Да, у нас сегодня сейчас именно утро. Я включила камеру, только что отвезла всех своих девчонок по своим постам, по делам, одну в школу, другую в сад. Теперь готовлю себе завтрак, и сейчас уже скоро я поеду на тренировку. Да, не обращаем внимания на какую-то лохматость повышенную, потому что только недавно с улицы. Вот, делаю себе, как обычно, яичницу, или лучше сказать, скрамбл, потому что она у меня такая получается вся перевернутая. Один из моих любимых завтраков. Люблю добавлять еще сюда специи от Just Spices. Окей, у меня теперь немножко передержало. Но это все еще... очень вкусно. Ну и, конечно же, как же мой завтрак может обойтись без собственного хлеба, который я испекла. Рецепт этого хлеба я вам уже показывала на своем канале, ссылку на него тоже могу вам оставить. Я в последнее время перестала покупать и есть, точнее, я его покупаю так, чтобы он у нас еще был, именно покупной хлеб, но сама я его перестала употреблять, потому что понимаю, что... не ев именно покупной хлеб, а делая собственный домашний хлеб, я замечаю, что у меня улучшается кожа. Вообще, в принципе, я не буду говорить и утверждать на все 100%, что это из-за хлеба или что-то чего-то определенного, но, друзья, вы начали спрашивать меня, что я сделала, что изменила, может быть, в своем уходе или вообще в целом, что моя кожа начала улучшаться. Она на самом деле не на 100% идеальная. У нее все еще пятна от прыщей, постакне, все еще вылезают какие-то отдельные прыщички. Мне кажется, этого абсолютно не избежать, но тем не менее она улучшилась у меня. Вот. И нет-нет, иногда что-то выскакивает, но все же я чувствую себя сейчас намного лучше, и я это вижу по своей коже. Моя кожа также мне говорит такое аккуратное спасибо. И все эти изменения у меня произошли по большей части из-за того, что я пересмотрела свое питание. Я исключила из своего рациона, как я уже сказала, покупной хлеб, потому что мне частенько писали девчонки, кстати, именно по вашим советам, что покупной хлеб содержит, как сказать, химические составы, химический элемент, который добавляется при изготовлении теста. Он может быть не так страшен для обыкновенных людей, но те люди, которые именно реагируют высыпаниями, которые склонны к этому, они у них вот на коже проявляется все вот это, может быть какая-то аллергия или что-то еще. У меня вот это было все в виде прыщей. И это даже не зависит, дрожжевое тесто или нет, то есть я могу съесть что-то на дрожжах, да, и это не от дрожжей.
не от дрожжей. Поэтому, друзья, я понимаю, что это вот эти вот специальные компоненты, которые добавляются в хлеб именно для массового производства, чтобы избежать время поднятия теста, добавляются именно вот эти вот все не очень хорошие вещества. Ну, а дома в домашнем хлебе я, конечно же, знаю, что у меня там, какая мука, что за дрожжи и все в таком духе, поэтому я перешла на собственный хлеб. Ну и в целом, конечно же, я исключила тоже какую-то сдобную выпечку, то есть я ей не злоупотребляю, так скажем, потому что я вообще человек, любящий всякие какие-то булочки, какие-то пироженки, что-то такое. Также исключила острую еду, ну как исключила, на 90%, скажем, потому что если уж слишком прижмет и хочется съесть, то я себе это позволяю, потому что иначе, ну, можно свихнуться, да, когда ты исключаешь полностью все из своего рациона. Также пытаюсь есть очень-очень мало сладостей, как и сладкого, мороженого, каких-то конфеток, каких-то печенек даже сладких. Если я хочу чего-то сладкого, то я прибегаю больше к фруктам, потому что там тоже, конечно же, содержится сахар. Вот. Но все же, опять же, если меня вдруг потянет, то я даю себе слабину и вот съем какую-нибудь одну конфетку, может быть, и стараюсь прям насладиться этим моментом, знаете, растягиваю это удовольствие, чтобы не проглотила и забыла сразу. Ну и в целом пытаюсь придерживаться правильного питания, опять же, не то, что я считаю калории и ем какую-то обезжиренную еду, постную еду, нет, в целом просто пытаюсь готовить и есть не какую-то, не какие-то полуфабрикаты, а вот именно то, что приготовлено дома. Ну, да, примерно вот так. Надеюсь, я смогла ответить как-то, может быть, на ваши вопросы. Ну и плюс тренировки. Но тренировки, я не думаю, что именно влияют как-то на кожу. Это влияет просто в целом на состояние моего тела и на мое самоощущение. Потому что, да, с тренировками я понимаю, что я чувствую себя гораздо лучше, гораздо сильнее. Плюс у меня не так часто болит спина и голова, друзья. Вот, это тоже очень даже хороший плюс. Друзья, я сейчас подсела на сериал, который называется N with an E на Netflix. Это первый сезон, третья серия сейчас, и я не знаю, я первую и вторую серию просто проревела, хотя там не было ничего такого, ну, супер ужасного, да, но как-то я это восприняла настолько эмоционально вообще, и этот сериал, он не новый, вот первый сезон вышел в 2019 году, и я вот почему-то именно сейчас на него наткнулась только, да, и сейчас у нас уже время обеда, вот, скоро Саша придет на обед, я включила себе этот сериал. Когда средь бела дня включаешь какой-то сериал, то меня потом начинает как-то мучить совесть. Не знаю, у вас так или нет, но, блин, такое ощущение, что ты думаешь, ты просто тратишь свое время, смотря сериалы, хотя только лишь день, а даже не вечер. Хотя на самом деле обед приготовлен, у меня стирка, я вроде бы все тут параллельно делаю, домашними делами сегодня занялась, вот, но все равно думаешь, ой, зачем я включила этот сериал? Советую вам посмотреть этот сериал, если вы его еще не смотрели. Лично мне вот сейчас на третьей серии все нравится, пока что все очень интересно и, как я уже сказала, эмоционально, знаете, и актеры очень хорошо передают вот это эмоциональное состояние, их какие-то переживания, ты понимаешь, что они чувствуют, хотя, может быть, говорят совсем другое, в общем, очень классно, знаете, такие прям эмоциональные качели немножко. А из дорам, кстати, друзья, начала еще смотреть дорамы, давайте-ка я вам покажу. Называется «Красный манжет рукава». Исторический. Драма, трагедия, романтика и мелодрама. В общем, слезок, мне кажется, тут будет тоже. Вот, пока нравится. Посмотрела уже 7 серий. А еще я хотела вам сказать огромное спасибо за то, что вы так активничаете в моих рилс в Инстаграм. Да, вы, наверное, уже заметили, что я часто начала выпускать разные рилс. Это может быть и макияж, и какая-то прическа, и аутфиты, что-то на смешную тему, какие-то озвучки, но все равно я стараюсь это как-то переплетать еще с бьюти-темой, в общем, с темой красоты, так скажем.
Вот, поэтому я очень-очень рада, что вам нравится, и что вы мне начинаете уже писать, что вы заходите в Инстаграм просто, чтобы посмотреть новый рилс, который выйдет от меня. Очень круто. Спасибо вам огромное за поддержку, за интерес. Я очень рада, что вам нравится, и что вы черпаете вдохновение. Поэтому обязательно заглядывайте в Инстаграм, если вы на него еще не подписались. И, кстати, я там тоже оставляю очень много информации касательно какой-нибудь косметики, касательно ссылок на те или иные вещи. Я там вообще очень много сейчас начала прям постить и оставлять, поэтому я думаю, это будет полезно, если вас такое интересует. А еще, друзья, я хочу в это видео включить несколько пустых баночек. Не буду снимать отдельное, но я думаю, во влоге покажу вам, потому что эти средства одни из самых классных. Кто, может быть, еще не смотрел мои видео с пустыми баночками никогда, будет интересно заглянуть сюда. Многие из них вы видели, поэтому я не буду слишком многословить, но все же поехали с продуктами. Итак, у меня закончилось мое гидрофильное масло от Элизабет Арден, оно с керамидами, и о нем я вам рассказываю уже абсолютно всегда. Я использую его на постоянной основе, когда снимаю свой макияж. Он отлично растворяет макияж, всю тональную основу, SPF, водостойкую тушь, идеальное просто. Очень хорошо смягчает кожу, ухаживает за кожей, нет никакого липкого, маслянистого ощущения на лице, кожа просто чистая и не высушенная, знаете, нет прям такого самого скрипа, да, но это очень классно, мне это и нравится. Закончилась моя сыворотка от Sensai, и лучше сказать, это эссенция, она отлично увлажняет кожу, разглаживает ее и подтягивает, я бы так даже сказала, то есть кожа становится такой более упругой, я чувствую это такое более здоровое состояние, и я пользуюсь ей иногда только по утрам, иногда даже два раза в день, как утром, так и вечером. Она также дорогая, блин, собака. Но я все-таки всегда слежу, если она по каким-то акциям, или если у меня имеются какие-то купоны, или какие-то скидки на нее, проценты, что-то, вот чтобы не покупать ее именно по ее чистой цене, потому что, блин, если еще использовать ее как утром, так и вечером, то она достаточно быстро заканчивается, поэтому... Но сама сыворотка невероятная, друзья, вы прям почувствуете эту разницу, это вот прям средство люкс, и вы будете ощущать этот люкс на вашей коже. Также у меня закончилась умывалка, но у меня сейчас уже она новенькая стоит на полочке. Это умывальный гель от Cosrx, который называется Low pH Good Morning Gel Cleanser, и это отличнейшая умывалка, лично для меня, которая очень бережно очищает и освежает кожу именно утром, она не стягивает ее, лично мне она ничего не пересушивает, у меня комбинированная кожа, склонная к жирности, поэтому для меня она подходит на все 100%, друзья. Мы движемся дальше к вот этой эссенции для кожи вокруг глаз. Я ее просто обожаю. Это Lancôme. Я подсадила на нее свою маму. Моя мама не может представить жизни уже без нее, потому что эта сыворотка увлажняет кожу вокруг глаз. Если у вас уже имеются какие-то морщинки, если у вас сухая кожа вокруг глаз, если крема одного вам не хватает, то с этой сывороткой, друзья, вы почувствуете эту разницу. Невероятная штука, обожаю, обожаю, пользуюсь тоже на постоянной основе и люблю использовать как утром, так и вечером. Ну и сам крем для глаз у меня, который закончился, это Shiseido. Вы тоже у меня знаете этот крем. Это просто мой фаворит из фаворитов. На данный момент я пользуюсь кремом от Benefit, который тоже приобрела по вашим советам. Он вроде бы на одном и том же уровне, как и Shiseido, но нет, друзья. Для меня я вижу разницу. Bobbi Brown неплохой, но, тем не менее, Shiseido бьет все рекорды. Просто он смягчает невероятно кожу вокруг глаз, поэтому ничего больше сказать не могу, стоит каждой копейки, действительно. Одно из новых средств, я, если честно, не помню, показывала я вам его или нет, но это крем от Sunday Riley,
И это крем с витамином С, который я использовала каждое утро. Это увлажняющий крем с осветляющим эффектом, поскольку в составе витамин С, если у вас имеются какие-то покраснения или, скажем, постакне, или вообще тусклое лицо, вы хотите, чтобы ваше лицо приобрело сияние, прошел, ушел этот тусклый вид, вы хотите его освежить и высветлить, я не говорю о том, что вы сразу побелеете, да, но просто ваше лицо начнет сиять и приобретет свежесть, то этот крем невероятный, друзья. Опять же, стоит не дешево, но стоит каждую свою копеечку, друзья. Этот крем продается у нас в Сефоре, и я, наверное, его себе закажу, потому что скоро закончится мой крем, которым пользуюсь я сейчас, и я хочу к нему вернуться, потому что это невероятнейшее просто средство, не вызывает никаких высыпаний, потому что у меня проблемная кожа с этим, как-никак, какие-то высыпания, прыщи у меня будут всегда. Идеально подошло мне, идеально увлажняет, особенно сейчас на прохладный период времени года, супер вещь. Еще одно уходовое средство, это шампунь, который у меня закончился, шампунь от L'Odore, который называется Daily Clinic Shampoo for Dry and Damaged Hair. Это бессиликоновый шампунь, как еще указано здесь, профессиональный салонный уход. Это корейский бренд, и в Инстаграме очень часто мне девочки задают вопрос: «Вика, какой у тебя уход за волосами? Как произошло так, что ты отрастила себе такие длинные волосы?» Друзья, я вам скажу, что это генетика. Я ничего не могу другого вам сказать или рассказать о какой-то волшебной пилюле. Если бы я хотела, может быть, я бы это и сделала, и продала вам неизвестно что, но, друзья, это чисто генетика, и у каждого человека свой генетический рост волос. У меня они действительно быстро растут, и 2 года назад у меня было, может быть, вот такое каре, сейчас это уже ниже груди, да. Для кого-то это нормально, для кого-то это быстро, поэтому как-то так. Но сам уход за волосами, поскольку вы тоже спрашиваете, вот такой. Это у меня шампунь и также бальзам-ополаскиватель от этого же бренда, из этой же серии. Просто бальзам-ополаскиватель у меня не заканчивается так быстро, как шампунь. Сейчас у меня уже новая баночка началась. Мне очень нравится, не утяжеляет волосы. А если у вас густые волосы, то это большой плюс, потому что тогда они ощущаются, наоборот, более легкими, более воздушными, что ли. Это очень классно. И последнее, что я вам хочу показать, это декоративная косметика, а именно пудра от Hourglass. Это пудра Veil, о которой я вам рассказывала уже неоднократно. Здесь абсолютно ничего не осталось. Я даже убрала этот предохранитель, который был здесь, чтобы доиспользовать последнюю пудру, которая там оставалась, потому что она невероятная. Лично для меня работает на ура просто, друзья. Ее можно нанести как легкой вуалью, если у вас, скажем, сухая кожа. Но если у вас комбинированная кожа, склонная к жирности, то вы можете, конечно же, ее и нанести чуть побольше, тогда она действительно вам заматирует кожу. Но вам не стоит переживать, потому что эта пудра не содержит талька, и она тем самым не забивает поры. Поэтому если у вас склонная к высыпаниям кожа, то эта пудра вам подойдет. Да, друзья, теперь я вам показала все свои пустые баночки. Надеюсь, вам было интересно. Перечень, весь списочек будет также под этим видео. Я хотела вам показать еще кое-что из обновок, которые у нас появились в нашем коридоре. Я заказала в H&M Home вот такой паласик, да, здесь уже какие-то крошки, какой-то мусор. Я сейчас не пылесосила специально для того, чтобы вам это все красиво показать. Но, тем не менее, мне кажется, он вписывается сюда идеально. Я не хотела сюда чего-то слишком броского или чего-то слишком нарядного, скажем так. Хотела, чтобы это выглядело по максимуму натурально, стильно и классно. Вот, и я думаю, вот этот паласик как раз сюда отлично вписывается. Вот, ссылки опять же оставлю, он диаметром 110 сантиметров. И из такого же материала
У нас паласик теперь лежит здесь, в этом нашем коридорчике. Единственный такой момент, я не знаю, как вот этот вот вход лучше мне преобразить. Именно я имею в виду сейчас вот этот паласик, потому что его я купила здесь только на время. Потому что когда мы заходим с улицы, особенно если снег или слякоть или что-то еще, то, конечно же, топчемся сразу здесь, и чтобы не топтать вот этот паласик, встаем сюда на него. Но нам не совсем, лично мне не совсем нравится этот вариант. Поэтому нужно что-то придумать, переделать. Да, здесь, как вы видите, у нас еще не висит зеркало. Когда я отправилась его заказывать, друзья, его нигде не было. В Икее его не дождешься сейчас, его просто-напросто нет. Поэтому мы заказали зеркало на Амазоне, и оно должно прийти только в 20-х числах февраля. Поэтому мы все еще ждем и надеемся. Ну и еще один момент, который хотела вам показать. Это макраме, которое мы наконец повесили, потому что у нас не было в предыдущем доме места, чтобы повешать его и чтобы это классно все выглядело. А здесь, мне кажется, оно отлично вписывается и заполняет огромную пустоту на нашей лестнице. Мне это макраме сплела одна девочка, она тоже здесь из Германии, и ссылочку на нее я вам тоже могу оставить под видео. А еще, друзья, у нас произошли небольшие обновления в области нашего обеденного стола, и вы посмотрите на вот эту красоту. Это две картины, два полотна, которые нам нарисовала Олесина мама. Я думаю, что вы все знаете Олесю. Посмотрите, сейчас при вечернем освещении еще немножечко отливается, переливается золотым. Мы когда с Сашей были у Олеси в гостях, видели картины, которые нарисовала ее мама, они нам так понравились. Кстати, Олеся тоже снимала влог, где она рассказывала и показывала об этих картинах. И они действительно смотрятся очень круто. Вот прям такие вы не найдете нигде, потому что это уникаты, да? Потому что каждая картина получается по-своему, по-особенному. И нам они настолько понравились, что мы у Олесиной мамы заказали тоже картины. Результат налицо. Мы оказались очень довольны. Я, кстати, отправила фотографию вот этого нашего места, куда мы хотим повесить эти фотографии. И Олесина мама посмотрела примерно, где они будут висеть, какие у нас здесь оттенки в интерьере присутствуют, и нарисовала примерно то, что нам нравится. Ну что, мои хорошие и дорогие друзья, я буду надеяться, что вам понравился этот влог. Я надеюсь, что вы соскучились. Я надеюсь, что вы соскучились не только по влогам, но и по другим моим видео, которые сейчас начнут появляться на моем канале. Спасибо за все. Хотела вам сказать за ваше тепло, за ваши ожидания, за вашу преданность, как бы громко это ни звучало. Я вас просто очень люблю и обожаю. Поэтому, друзья, всем большое спасибо за внимание. Мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моих следующих видео. Вся информация будет, как всегда, под этим видео. И всем пока! Someone save me, for I pass out, I'm too lonely.